Значит, вот, решил заснять сегодня. Погода хорошая. Ветерка нет практически. Идеальная погода. Значит, вот Питган, мой Матадор Коротыш. 22 калибр. Снимаю кучки. Значит, у меня получилось так, что первый выстрел у меня всегда почему-то на 7-8 мысов меньше, чем второй и последующие. Ну, то есть у меня винтовка настроена на 274, 273, 274 метра. Вот. А первый выстрел у меня всегда, ну вот как всегда, за последние вот 3 дня я просто решил померить, читая эту ветку. В этой ветке как раз тоже такая проблема поднята комрадом, что у него первый выстрел ниже последующих. Я решил проверить, как мой Матадор стреляет. Вот. И у меня получилось тоже. Первый выстрел у меня где-то на 7-8 метров ниже. И вот я решил пострелять сегодня на кучку. Вот. Дистанция 50 метров. Значит, это я у себя в гаражах стреляю. Вот, значит, вот мой первый выстрел. Первый выстрел. Вот он. Вот. Значит, ширина, диаметр вот этого кружка 7 миллиметров. Я замерял линейкой. Вот. Вот этого кружка 7 миллиметров. Первый выстрел. Вот он. Вот он. Первый. Значит, он где-то получается, ну, в районе где-то 4 миллиметров от края. Затем последующие выстрелы у меня. Вот. Вот один. Вот. Вот. Здесь даже 2 пули сюда вошли. То есть фактически остальные 4, они практически в этом вот, в этом кружочке. Это первая как моя мишень, как бы, ну, первая стрельба. Вторая стрельба была вот по этому кружочку, тоже 7 миллиметров. Вот. И у меня здесь получается 2 выстрела, то есть они фактически один с другим рядом. А вот нижняя кружочек. Здесь я начертил 2 сантиметра, 20 миллиметров кружочек. И сюда вогнал 10 пуль, весь барабан. Значит, вот у меня получилось по краям. Самая большая — это 17 миллиметров. Вот это 15 миллиметров. То есть вот край. И вот край вот этот и этот 17 миллиметров. Ну вот кучка. Здесь весь барабан, 10 пуль. Дистанция 50 метров. Пуля GSB 1.18, 1.175. Как правило, они все 1.18 практически. По моим весам, которые у меня есть, они около 1.18. Ну, ладно, пусть будет так. Все понимают, какая это пуля. Скорость 273-274. Значит, если мой хронометр не врет, вот, а у меня хронометр от комрада Агиоса, вот, рамочный. Были у меня с ним косяки, проблемки, я его отсылал, он мне его что-то там доделывал, присылал обратно. Вроде бы работает неплохо, но, как говорится, не знаю, грешить на хронометр, а может быть, он и правильный, я не могу сказать, второго нету. Вот, значит, скорость вот такая. Значит, получается, что первый выстрел у меня ниже, где-то на 7 высов. Вот он. Не знаю, отражается это или нет. Здесь, ну, возможно, что действительно первый выстрел надо делать в холостую. Просто выстрел сделать без пули, выстрелить. А потом уже остальные, ну, они видны, вот. То есть видно. В реальности видно, что особых, я не знаю, каких-то изменений на куче не видно. Вот. Ну, вот такие
небольшие исследования я решил провести. Ну, в первую очередь себе, для себя уяснить, ну и вам показать, уважаемые стрелки и гоноводы. Вот так вот, значит, вот. Вот там я стреляю оттуда, там гараж мой, там у меня столик расположен. Вот, это зимний вариант. Летний вариант, у меня есть тир там чуть дальше, в лесочке, на полянке. Впрочем, я уже часто там стрелял и выкладывал свои видосы. Вот так вот. Так что даже и не знает, что думать, что делать. В принципе, Игорю звонил, пиф-пафу. Ну, он говорит, привози винтовку, разберем, почистим, посмотрим. Может быть, действительно, колечко где-то там заменить надо. Вот. Ну, не знаю, может, еще что-то. Ну, по крайней мере, как винтовка уже, на винтовке настрелено уже, ну, я не знаю, ну, 1000-2 точно есть уже. Может быть, и больше. Вот. Никогда не жаловался на нее, всегда очень точно стреляла. Но, тем не менее, прочитав эту ветку, обнаружил у себя, что у меня тоже происходит такое, что первый выстрел у меня ниже скорость, чем второй и последующий. Вот так вот. Много очень сказал, но как есть. Всем удачных пострелух и всего самого хорошего. Все.